Накормили Костю? Нет еще, все никак не можно съесться. Прораб наш главный. Вот здесь лучше, здесь лишнем. Вот. Красить? Да, если нужно подшкурим. Угу. И мы, короче, начнем вот на белом покрасим, а потом синим. Окей. Костя сказал, он же здесь вообще будет заделать. Он сказал, пока только дверь помыть. Он сейчас вот зашкурит, и там можно красить. Белый. Спецзадание. Сейчас уже больше, чем белый. Давайте нет. Давайте оставим. Зачем? Ну оставь замок. Ключи просто в другом пакете. Ну хорошо. Найдем ключи у кого-нибудь. Ключи у меня. Да есть ключи еще. Вы что? Не выкидывайте замки. А вот эта бумажка. Слушайте, там есть, там были бумажки от замков новых. Если вы их выкинули, то вы попали. А я думал, смотрю, ведутся такие работы, а внизу ничего нет. Костя! Да? Иди, есть. Иди сюда, есть. Работа. Как идет работа? Отлично. Пришла на ремонт, а попала на кухню. Безобразие какое-то. Что там? Сложи. Все чисто там, у нас просто сейчас мастерская. Да? У нас там ковер, картины, Таня. Ты не видела? Смотри. Офигенно. Здесь мастерская с картиной. Думаю, ему добро пристроить. Легко. Итальянцев буддийский центр сейчас показывает. Сейчас, может быть, ну, не лучшее время. Ну, как бы решаем, здесь такой погром? Ну, конечно, Ира, ну люди работают, в отличие от них. Быстро, быстро, работа
today we say tomorrow and we do it the day after. Потому что то, что мы думаем сегодня, мы говорим завтра и делаем послезавтра.